Шарлиз Терон ведет активную светскую жизнь. Звезда напомнила, какой была 20 лет назад. Американская актриса посетила мероприятие, посвященное сбору средств для борьбы со СПИДом и ВИЧ, которое прошло в Нью-Йорке. Терон вышла к фотографам в золотом платье с обнаженными плечами и украшенным бахромой. Наряд имеет красивую вышивку в виде орнамента. Актриса зачесала волосы на бок и сделала вечерний макияж с акцентом на глаза. Она предпочла минимум украшений, серьги с бриллиантами и кольцо. Завершили образ босоножки на шпильке в тон. Звезда была в хорошем настроении и с удовольствием позировала перед фотографами. Присутствующие заметили, что с новой прической актриса выглядит, как в конце 90-х, когда она достигла первых успехов в карьере. По окончании праздника Шарлиз накинула сверху на платье приталенный жакет, пока шла к своей машине. Обладательница премии «Оскар» также побывала на деловой встрече в бизнес-центре на Манхэттене. Терон выбрала наряд в стиле casual, который разбавила яркими акцентами. Она надела белую футболку и обтягивающие брюки цвета серебристый металлик. Сверху актриса накинула оверсайз-жакет. Дополнили деловой образ черные лакированные ботинки и солнцезащитные очки в крупной оправе. На днях актриса надела элегантное платье белого цвета. Образ Терон сделал ее настоящей звездой вечера. Она также стала гостьей закрытого показа фильма «Скандал», в котором она сыграла одну из главных ролей.